Начинаем разбор «В синем море в белой пене». Первый кусочек. Первый кусочек в первой октаве перед вами, которая нотка ля нашли. Нотка ля – это где три черных клавиши и в середине нотка ля. А вторая нотка будет соль диез рядышком. И снова возвращаемся на ля. И снова повторяется ля, соль, ля. Левая рука, да, и здесь в правой руке у нас две паузы. Сначала пауза, короткая пауза, то есть звучит левая рука, ля в левой руке, через, смотрите, через две октавы, нотка ля, такая же ля. Потом здесь уже играется ля, соль, ля. Потом нотка ми в левой, ля, соль, ля. То есть на паузу будет играться бас. Еще раз. Ля, ля, соль, ля, ми, ля, соль, ля. И вот таким образом левая рука, ля, ми, до здесь. Всего три нотки, ля, до, ми. Можно их как-то перемешивать. Либо можно их вот так поиграть. Либо можно взять вообще аккордом, либо просто ля, ми, ля, ми, до, ми. И получится вот так. Раз. Ля, соль, ля, ля, соль, ля, ля, соль, ля. Левая. Ля, ми, до, ми. Ля, ми, до, ми. Либо взять аккордом. Раз, да, 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 раз, да, 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 раз, да, 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 раз, да, да, да. Вот так вот, допустим. Либо здесь сыграть вот так. Раз, да, 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 раз, да, да, да. Вот так. А второй кусочек. Второй кусочек тоже начинается с ля, соль, ля. Потом рядышком нотка си, ля. И нотка ми, где две черные клавиши с правой стороны, и ре диез. Еще раз. Ля, соль, ля, си, ля, ми, ре диез. А в левой руке та же самая, те же самые нотки ля, до, ми. А, то есть будет вот так. То же самое. То, на первую там пауза в правой руке мы играем левую руку и здесь начинаем играть мелодию. Раз, ля, соль, ля, си, ля, ми, ре. Раз, ля, соль, ля, си, ля, ми, ре. Си, ля, ми, ре. Еще разочек. Раз, та, та. Раз у нас в левой руке. Раз, та, та, та. То есть на каждую нотку в правой руке можно играть левую руку. Вот таким образом можно играть левую руку на каждую нотку в правой руке. Раз, ла, 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 ми, ре. Раз, ля, соль, ля, си, ля, ми, ре. А можно просто взять аккордик ля, до, ми и сыграть мелодию.
И у вас получится два вот таких такта. Раз, ля, соль, ля, раз, ля, соль, ля, раз, ля, соль, ля, си, ля, ми, ре, диез. Ага, третий кусочек. Третий кусочек смотрим. Здесь будет чистая ре между двумя черными клавишами. В предыдущем такте была ре диез, и рядышком будет ре. Ре, ре, ля, ре. Ля у нас через три клавиши от ре. Ре, ре, ля, ре. Соль, ля. Угу. Вот такой третий кусочек. Еще раз. Ре, ре, ля, ре. Ре как бы заликованная. Чуть подольше ее держим. И потом соль, ля. Соль, ля у нас находится, где три черные клавиши, в серединке. Соль, ля. Левая рука. Левая рука ре, фа, ля. Трезвучие. Ре, фа, ля. И здесь мы вместе играем. Начинаю вместе с левой рукой играть. Ре, ре, ля, ре. Здесь тоже в левой руке мы возьмем просто аккорд. Ре, ре, ля, ре. Ре. Мы можем играть левую руку вот таким образом. И тогда у нас будет ре, ре, ля, ре. Соль, ля. На первую ре две ре. Ре. Нет, одна. Ре. Потом на ля. Ре. Ля. Ре. Ре держится. Соль. Ля. А и можно просто взять аккордик и сыграть. Ре, ре, ля, ре. Раз. Соль, ля. Ми, ре, ми, соль. Четвертый кусочек. Ми. Где две черные клавиши. Ми. До. Через нотку. Ре, ми. Рядышком все нотки. Четвертый кусочек такой вот простенький. Ми, до, ре, ми. И держим ми. И потом отпускаем, там пауза. Всего четыре нотки. Ми, до, ре, ми. Левая рука здесь посложнее. Здесь нотка соль диез в левой руке. Соль диез. Надо найти и ми, ми и си. Соль, си, ми. Можно сыграть таким образом. То есть ми просто бас. Ми, до, ре. Ми на каждую нотку, то есть менять здесь в левой руке нотку. Ми, 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 ми. Ми, до, ре, ми. То есть их как бы здесь будет потом пауза в правой. И здесь еще как бы бас играется до конца такта. Но можно просто взять аккордик. Соль, си, ми. И вот таким образом сыграть. А теперь четыре кусочка наших мы сыграем. Что же получилось у нас? Раз, ля, соль, ля, раз, ля, соль, ля, раз, ля, соль, ля, си, ля, ми, ре, 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 ля, ре. Соль, ля, ми, до, ре, ми. Просто аккорды брала. А если взять вот таким образом играть, что получится? Раз, да, 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 раз, ля, соль, ля, раз, ля, соль, ля, си, ля, ми, ре, 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 ля, ре. Соль, ля, ми, до, ре, ми. То есть немножко посложнее, конечно, таким образом. Для новичков вообще правую руку можно поиграть мелодию, да? Раз, та, 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 раз, та, 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 раз, ля, соль, ля, си, ля, ми, ре, 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 ля, ре. Соль, ля, ми, до, ре, ми. Так, и у нас пятый кусочек полностью повторяет первый кусочек и вообще... Следующие три такта, они полностью повторяют первый, второй, третий такт. Поэтому мы играем дальше. Так же, как и в начале. Раз, та, 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 раз, та, 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 раз, та, 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 ра, ра, па, ра, ре. Ре, ре, ля, ре. Соль, ля. И вот здесь немножко другой будет кусочек.
что у нас в правой руке? Это у нас седьмой кусочек. Ми, до, ре, ми. А у нас ми, до, ре, ми. Восьмой такт у нас так же, как в четвертом такте. Ми, до, ре, ми. В левой руке также ми, соль, диез. Но здесь в конце такта добавляется мелодия, начинается ля-ля. Вот она из-за такта. Ля-ля. К следующему такту пойдет вот эта мелодия. Она как бы из-за такта. Поэтому мы как бы возьмем из этого такта только нотку ля. И ее как раз к следующему кусочку мы и разберем. Значит, запомним, что в этом кусочке нам нужна нотка ля-ля. Ля-ля. В малой октаве, то есть вот здесь она будет слева, это октава, нотка ля, где три черных клавиши, вот она эта нотка, это пойдет уже мелодия. Так, и следующий маленький кусочек у нас будет такие нотки. До, до, мелодия пошла, пауза, ми, ми, ре, до. То есть, в общем-то, все нотки рядом. До, до, ми, ми, ре, до. Так, и левая рука ля, до, ми. Ля, до, ми у нас уже был этот набор ноточек в первом такте, поэтому мы уже с ним знакомы. Поэтому мы просто играем сразу. До, до. Здесь пауза. И вот эта нотка ми, она будет 16-я. То есть очень короткая нотка. Ми, ми, ре, до. Давайте проиграем правую руку. До. А мы с вами говорили, что нам надо... наша мелодия начинается с нотки ля. Поэтому мы сейчас ее и сыграем. Ля, ля, до, до. Ми, ми, ре, до. До, до. Это уже до, до пойдет к следующему кусочку. Еще раз. Ля, ля, до, до. Ми, ми, ре, до. А вот как раз левую руку мы начнем играть на до. Ля, ля, до. До. До, до. Ля, ля, до, до. Ми, ми, ре, до. Хорошо, и следующий кусочек тоже как бы мелодия до-до. Вот скачок на ля. До-до-ля. Через четыре нотки нотка ля. И здесь как бы все нотки по две. До-до-ля, ля, соль, соль, ми, ми. По две нотки ровненькие, восьмые. До-до-ля, ля, соль, соль. Ми, ми. А в левой руке очень интересно. Вот здесь бас, он, гармония меняется, поэтому, конечно, лучше его понажимать на каждую ноточку, которая здесь по две. Каждый будет свой бас. То есть в левой руке, допустим, на нотку ля будет нотка фа слева от трех черных клавиш. А здесь нотка ля. Потом нотка соль и здесь соль. Вот это вот легко, да? На нотку до будет нотка ми. То есть этот кусочек начинается с нотки до, как бы из другого такта. До, до, ля, ля, соль, соль, ми, ми. То есть две нотки на нотку в левой руке. Вот эти два кусочка соединим в нашу мелодию, которая начинается с нотки ля. Вспоминаем. Ля, ля, до, до. Ми, ми, ре, до. До, до, ля, ля, соль, соль, ми, ми. И следующий кусочек. Ми, ми. Две нотки коротеньких. Ми, ми. Вот здесь тоже скачок. Ми у нас находим, где две черные клавиши. Ми, ми. Скачок на си бемоль. Три черных клавиши. Крайняя из них правая, это си бемоль. Си два раза. Потом вниз пошла мелодия ля. Соль, и опять соль, фа, ми, ре,
То есть все, в общем-то, поступательно идут вниз. Еще раз. Ми, ми, си, си, ля, соль, соль, фа, ми, ре. До, и здесь скачок на до. Мы пришли к ре и скачок на до. Второй октавы. До, два раза до. Си чистая, си постепенно вниз, ля, ми. Пришли к ми. Это где две черные клавиши с правой стороны. Еще раз вот этот кусочек сыграем. Ми, ми, си, си, ля, соль, соль, фа, ми, ре. До, до, си, ля, ми. В левой руке. Соль, до, диез, ми. Это играется на си бемоль. Ми, ми. Такая вот гармония интересная. Соль, до, диез, ми. А соль, диез, это у нас где три черных клавиши в серединке. И до, диез, это одна из двух черных клавиш с левой стороны. И ми, нотка, это с правой стороны двух черных клавиш. А ми, ми, си, на си бемоль, как разберем этот аккорд. Си, си, ля, соль. Потом соль. Берем ре, просто ре. Соль, фа, ми, ре. Потом на си уходим. Си в левой руке, ре диез. Фа диез, это будет на до. На мелодию до. И здесь будет си, ре диез, фа диез. Си, это где три черных клавиши с правой стороны. Ре диез, это одна из двух черных клавиш. Фа диез, это левая клавиша. С трех черных клавиш левая. Фа диез. Ми, пришли к ми, здесь тоже ми. Вот этот кусочек еще раз сыграем. Довольно-таки сложный. Ми, ми, си, си, ля, соль, соль, фа, ми, ре. До, до, си, ля. Теперь всю мелодию 4 такта сыграем. Ля-ля, до-до, ми-ми, ре-до. До-до, ля-ля, соль-соль, ми-ми. Ми-ми, си-си, си-си, ля-соль-соль, фа-ми, ре-до-до, си-ля-ми. Все, отлично, молодцы. Хотя бы половину песни мы уже разобрали. Остальную половину можно будет посмотреть на Boosty и скачать ноты. Спасибо вам большое за внимание.